преддверии праздников набирают популярность тематические ярмарки и вечеринки, в которых можно проявить всю свою фантазию. Так, например, в Высшей школе сервиса и туризма прошла ярмарка в стиле Гарри Поттера «Christmas at Hogwarts». Так как Гарри Поттера любят все, да, в это подключились и преподаватели, захотели взять на себя роли преподавателей Хогвартса, в это подключились вообще все кафедры, и мы считаем, что наш институт – это интерпретация Хогвартса с такими же волшебными преподавателями, необычными барами и необычной атмосферой. В книгах Джоан Роулинг часто описываются роскошные пиры волшебной школы Хогвартс. Некоторые из рецептов удалось воспроизвести на этой ярмарке. Так, например, гостям предложили усыпляющие пончики, эдвардианский тыквенный торт, лимонный торт безе миссис Уизли и много других вкусностей. Подготавливаться мы начали уже буквально за полтора месяца, то есть уже начали все решать, искать рецепты. Рецепты, да, действительно было трудно найти, потому что, ну, просто это какая-то новая тема, Хогвартс, никто еще ничего такого не делает, мы решили сделать. Это одно из блюд из фильма, в нем такая начинка остренькая, перец чили, но на самом деле внутри кокос и шоколад. Магическая обстановка, притягивающая и манящая, как для взрослых, так и для детей. И многие мечтали бы оказаться в мире волшебства и невероятных приключений. Такая возможность появилась у студентов и преподавателей, которые поддержали идею ярмарки и переоделись в костюмы героев книги. Сегодня я в роли профессора Дамблдора, директора школы Хогвартс, а костюм такой, поскольку меня очень срочно вызвали сюда. Я прямиком из дома, только успел накинуть халат и трансгрессировал прямо сюда. Ко мне пришли ребята и попросили меня поучаствовать в роли Хагрида. Ну, я, естественно, согласился, потому что это жизнь института. Я всегда поддерживаю любые начинания. Вот, позвали, я пришел. Но, к сожалению, вот только борода пропала, поэтому я сегодня бритый Хагрид. Меня попросили быть профессором МакГонагал. Вот. Особо любимой она у меня не является, ну декан. Так что предложили, то и взяла, что называется. Согласитесь, нечто такое свеженькое, креативненькое и так далее. Не совсем новогоднее, но тем не менее. Ну и заодно дает возможность оторваться и студентам, он как они судьи говорили, да, все привидения, и нам, преподавателям. Мне очень нравится эта идея, я сегодня в роли Малуны Лавгуд, это немножко взбалмошная девушка, у меня даже сегодня специально сережки редиски и украшения из коробки специально в честь этого праздника. Идея этой ярмарки не просто в угощениях и развлекательной программе. Участникам проекта удалось воссоздать еще и особую атмосферу, по-настоящему волшебную и сказочную, которая оставит в памяти приятные эмоции.